В Малайзии задержали вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына. Ранее другую девушку схватили в аэропорту Куала-Лумпура, там же, где и скончался родственник лидера Северной Кореи. Силовики считают, что Ким Чон Нама отравили. По разным версиям, две женщины напали на него, укололи шприцами, а также провели салфеткой с неизвестным веществом. Яд оказался токсичнее цинистого калия. Ким Чон Нам не единокровный, а сводный брат Ким Чен Ына. Он уехал из КНДР в 2001 году и с тех пор не бывал на родине.